одна из ошибок, одна из проблем женщин заключается в том, что они не понимают, что мужчины для отношений не рождены. Мужчины рождены для выживания. Мужчины рождены для того, чтобы убивать мамонта и приносить в пещеру. Понимаете? Это не задача мужчин строить отношения. Это не их основная роль. Их основная роль — приносить деньги мамонта в пещеру. Понимаете? Если мужчина будет убивать мамонта, приносить его, разделывать, нянчиться с детьми, строить отношения. Я тогда стесняюсь спросить, а что будет женщина делать? Ну, как бы, по магазинам ходить? Или краситься, что ли? Милые мои, вы должны понимать, что природа разделила наши обязанности. Женщины, они ответственны за отношения. Поэтому за построение отношений. И кроме того, важно понять, что вот кто управляет отношениями, тот управляет всем. Женщина говорит, я не хочу заниматься отношениями. Пускай мужчина этим всем занимается. Ну хорошо, он этим займется. Но тогда вы будете делать то, что он хочет. Понимаете?